ням-ням. Теперь вам больше никто не сможет помешать. Ну да, ведь он в размазывании врагов и различных стражников. Он на этом собаку съел. Ой, как все плохо. Приветствую вас, земляне. С вами пришелец Саймон. И мы возвращаемся с вами в мультсериал от Джона Брейна «Что будет, если в Undertale?» И «Что будет, если забрать артефакт?» Артефакт — это такая красная штука, где головоломка с пианинкой. Итак, идем. Северная комната скрывает великое сокровище. Давайте субтитры уберем. Так, хорошо. Комната открывается. Эта мелодия, получается, из этого... Мелодия Азриэля, кажется. Это легендарный артефакт. Возьмете ли вы это? Взять или оставить? Взять? Вы несете слишком много собак. То есть собака обычно поглощает артефакт. Это жестокое обращение с животными. Мы не поддерживаем. Вы получили артефакт, ура! Так, Индиана Джонс. Бедный Индиана Джонс. Вы внимательно рассматриваете артефакт. О, Санс, привет. Да что вам все этот красный шар нафига нужен? Это не изумруд хаоса, положи на место, где взял. А, вы осторожно обнюхали артефакт. Да ты беги скорее уже там. Маффит, ага. Это Дональд Дак или какой именно Дак, я не помню. Вы случайно откусили кусочек артефакта. На вкус как курица. Он столько тут лежал, не надо его кусать. Потом плохо с животом будет. А это из Mortal Kombat, я не помню. Тут все персонажи, блин, вот эти... Сейчас, андертейловские вот сидят, следят за нами. Вы пытаетесь активировать артефакт и заполучить его силу, а инструкция-то для активации есть хоть какая-то? Это артефакт мой, ты наглый собляк! Отдавай его мне, если хочешь жить! Не знаю, как озвучивать. Вы послали собаку на 10 букв. Какая скотина, а? Ребята, мочите его! Так. Ой, это все... Вот это королевская стража. Элитная в кавычках. О, система контент ID передала пламенный привет. Настолько пламенный, что выжгла отсюда песню из видео, да? Так, коты Тэмми. И котов Тэмми толпу от... Ничего себе. Мурмел! Все приходится делать самому. Нет! Ням-ням. Ну да. Ужас. Теперь вам больше никто не сможет помешать. Ну да, ведь он в размазывании врагов и различных стражников. Он на этом собаку съел. Ой, как все плохо. Вы активируете артефакт. Так. Все красным покрылось, все, господи. И мы превратились, как будто Соник нас пытался сожрать, да, и получилось вот это. Теперь вы отомстите всем, кто причинил вам боль. Ну, Андайн, я думаю, надо по жопе надавать. А хотя она еще по сюжету не успела боль причинить. А знаешь, что делает скелет, подойдя к озеру? Он проверяет его глубокость. Вау! Я больше не выдержу, спасите меня! Я забыл, как тебя озвучивать. Я всех забыл, как озвучивать. Вот что значит редко видео снимать. Интересно, чем ты занята, сгорюшка? Пум-пурум-пум, поливаем цветочки без лейки. Из шланга. Обычного шланга, я надеюсь.
Асгор, что ты творишь? Всех растоптал. Вот они тебе... ты еще идешь как бы в водопаде. Ты Альфис и Асгор еще встретить не успел. Они тебе ничего не сделали. Маффит с Метатоном тоже. За что ты с ними так? Не могу поверить, что мы про нас с тобой до сих пор не сняли ни одного видео. Все потому, что у нас лишь по одному спрайту, дорогуша. Ну и пусть, зато мой единственный спрайт выглядит идеально. А почему капсом не написано для Метатона? Стоп. И нету. О. Вашки-кидалушки, я и не знал, что люди так быстро растут. Ну хоть кто-то за ситуацией нормально следит. А ничего-то там, тот, кто цветы поливает, кто анекдоты травит, вместо того, чтобы по сторонам посмотреть. Эй, человек, я все равно тебя порошок сотру, слышишь? Бумс. Удачи тебе в этом. Черт, как он получил такую читерскую силу? А как ты умудряешься, будучи раздавленной, разговаривать? А разве это не сила твоего артефакта, который он забрал? Правда в том, что у меня не было настоящего артефакта для головоломки. Так что вместо него я положила перекрашенный баскетбольный мячик. Да. Так это был мячик? Да, и если откусить от меча кусок, то будут вот такие вот газы, да. И вот я и говорю, знаешь, где живет мой дедушка? Дай-ка угадаю. Череповце. Ага. Бадумц. Да, если бы Тоби Фокс знал, что такое череповец, и что он как-то каламбурится с названиями костей, да. Но... это только для русских работает. Червяк Джим. Да, все-таки отжал баскетбольный мяч. Будешь играть, как Майкл Джордан теперь. Конец. А, тут еще есть. Поздравляем, вы открыли секретный рецепт. Жареный снег, пиво Milky Way и решетемность равно орешки. Чё-чё? Тык-тык. 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 Пофигу, на монтаже посмотрю. Такая вот странная, безумная серия. Но, в принципе, вот эти остатки от баскетбольного мяча, они могут хилить, их можно множить. Так что артефакт-то на самом деле добротный. Даже от того, что с него осталась довольно читерская сила получается. Хорошо, что собака у нас его украла, и нам целиком и полностью не досталось. Если вам понравилась эта серия, то ставьте палец вверх, подпишитесь, позвоните в колокол, поделитесь этим видео с друзьями и оставьте комментариев, да побольше. У меня есть группа ВКонтакте, личная страница ВКонтакте, страница в Инстаграме, Дискорд-сервер, каналы в Телеграме и Дзене и канал на Трово, где я эксклюзивно провожу стримы. Так что обязательно добавляйтесь, друзья, и подписывайтесь. Отдельная благодарность моим спонсорам группы ВКонтакте, Черному Гостю, Спани, Краткому Опилке, Желебзому и Сизалу. С вами был пришелец Саймон. Игры сводят нас с ума в хорошем смысле. До скорого, земляне. Пока.